Пострадавшие от пожара остались без крыши над головой. Жильцы сгоревшего дома утверждают, что причиной возгорания стало замыкание проводов от электросчетчика, установленного подрядчиками по заказу компании «Карганды-Жарык». Соседи переживают, что подобное несчастье может случиться и с их домами. В ситуации разбиралась наш корреспондент Ботагоз Батырбекова. 3 месяца назад, 19 мая, на крыше частного дома 8Б по улице Пришахтинская вспыхнул пожар. Пострадавшие, семья Васильевых, уверены, что очагом возгорания стал халатно установленный по заказу компании «Караганды-Жарык» электросчетчик. Вот этот провод, он здесь как раз, у нас изоляторы были, вот этот провод был на изоляторах и закреплен вот там еще наверху он был. Это сам. И вот именно когда вспыхнул сам фронтон, вот отсюда загорелось и пошла потом гореть крыша. В результате пожара сгорела крыша и половина дома. Обвалившаяся кровля усилила разрушение, и проживание в доме теперь не представляется возможным. На время семью Васильевых приютили отзывчивые соседи. К счастью, пострадавших нет. Мы забегали в этот дом, там все дым, огонь, огни вот такими клубками перед лицом падали. Выносили все, что могли. Помогли соседи, дай бог здоровья. Вот что теперь делать? Кому обращаться? Кто поможет нам это восстановить? Что происходит вообще? Где люди? Где? Вот когда это произошло, никого нет. А если бы мы не установили этот счетчик, нам бы пришел штраф 50 тысяч или еще сколько. За что мы его не хотим устанавливать? Почему? Где справедливость? Соседи в домах, которые тоже установлены электросчетчики по заказу компании «Караганды-Жарык», и ранее были обеспокоены небрежно установленных проводов. А теперь, видя реальные последствия халатного отношения, они боятся тоже оказаться на улице. Вот у нас провода. Где гарантия, что вот эти провода не замкнут? Где? Нет и нигде гарантии. У меня такая же история. У нас на дому, вот у соседки, посмотрите, то же самое. Выведено и точно так же самое. Провода лежат прямо на крыше уже. Столбы. Так не должно быть. Это вообще пожар. У нас эти дома все со шпал, шпальные, все деревянные. Это момент какой-то ветра, и все, наши дома погорят. Безответственность к проводам наблюдается не только в домах, но и на улице на линиях электропередач. У нас в каждом дому практически вот эти вот столба лежат. Вот там пойти второй дом, точно так же столб лежит наполовину. Какой сильный ветер, ураган, дети играют, ветер, провода замыкает. Просишь кого, соседи просишь, как так жить? А вдруг он упадет, этот провод, на детей? Кто будет отвечать за это? Некому. И кому не обращались, это не наше дело, это и к нам не относится, это все. Как жить дальше, не знаем. По заключению специалиста пожарной части, причиной возгорания стало замыкание электропроводов. 19 мая текущего года по улице Пришахтинская, 8Б, прошел пожар. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Причина пожара послужила электротехнический источник зажигания, то есть замыкание электропроводов. В связи с чем владелец дома был привлечен к административной ответственности на сумму 3 МРП. Семья Васильевых возмущена тем, что их же сделали виноватыми и привлекли к административной ответственности. При том, что все соседи видели, что искры летели именно с проводов электросчетчика. Компания «Караганды-Жарык» свою вину не признает, считая, что если бы причиной возгорания был электросчетчик, то он бы и пострадал в первую очередь, а прибор остался в идеальном состоянии. Касательно пожара, произошедшего по адресу Пришахтинская, 8Б, могу пояснить следующее, что действительно ТО «Караганды-Жарык» устанавливал приборы учета в октябре 2013 года. Пожар произошел в мае 2014 года, поэтому установить причинно-следственную связь между установкой прибора учета и возникновением пожара очень сложно. Тем более есть процессуальное решение, в соответствии с которым вина за пожар лежит полностью на потребителе. Поэтому говорить о возмещении ущерба потребителю со стороны ТО «Караганды-Жарык» на сегодняшний день нет оснований. Семья Васильевых, потерявшая в результате пожара дом, уже полгода пытается найти помощь или хотя бы установить виновных в их беде. Различные инстанции, к которым они обращались за участием, пока отмалчиваются. Вот мы прожили 30 лет в этом доме. В прошлом году нам поставили эти счетчики. Это сам. Теперь какой-то миг, все у нас сгорело. Из-за чего? Из-за того, что халатно кто-то отнесся к этому. Поставили, и не отвечают они за свою работу. Они поставили, как, что там, не это сам. Теперь это, как нам теперь вот быть? Такой ущерб, как нам жить?
В таком доме мы жить не сможем, зимовать мы не сможем. Поднять мы его тоже не сможем. У нас нет столько финансов, чтобы поднять его, чтобы поставить его на ноги, действительно, чтобы более-менее, чтобы жить в нем. Как нам быть, я не знаю. Батагоз Батырбекова, Жанайдар Рахимжанов, Равиль Валиев, 5 канал.